Новогоднее настроение в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка разнесут подарки нуждающимся детям в конце декабря. Но вот собирать презенты нужно уже сейчас. С 7 декабря в Авантеевке объявлен старт акции «Новогоднее чудо». Мы приглашаем всех неравнодушных жителей города принять участие. Все подарки, которые будут собраны, мы передадим детям, которые проживают в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые очень нуждаются в подарках и ждут Дедушку Мороза, который придет и подарит в каждый дом радость. Акцию «Новогоднее чудо» проводит в городе много лет. Организовывает сбор подарков комиссия по делам несовершеннолетних. Количество счастливых детей прямо пропорционально числу подарков, которые принесут жители. Опыт прошлых лет говорит, что в среднем это от 150 до 250 ребят. Можно приносить подарки и в целом для малообеспеченных семей. Например, на днях передали мультиварку. Ее вручат многодетной маме. Конечно, это сладкие подарки, игрушки, интерактивные игры, ну и далее по возможности, потому что в каждой семье свои особенности, своя цель нуждаемости, поэтому что люди посчитают нужным, то мы подарим. В ближайшее время планируют договориться с магазинами, повесить специальные открытки на елочках. Тогда передать подарки можно будет на кассе. А пока игрушки и сладости принимают по адресу: Советский проспект, дом 26, кабинет 39, с 9 утра до 18 часов вечера. Акция завершится 25 декабря. Анна Пыльцина, Фарид Галиев, Мария Барсукова, ИТВ.